Привет, привет, 3 часа дня, и мы рады сообщить, что снова вы будете на волне супершедевральных, интересных мировых новостей. Отже, сегодня про печери, які перетворилися на арт-простір. Сколько нужно денег для того, чтобы открыть свой бизнес? Ну, як створити український аналог всесвітньо відомих ланчбоксів? Про це будемо спілкуватися із гостею, із Яною, яка буде представляти свій бренд, свій проект. І радо вітаємо її у студії. Яна Борова, співвласниця проекту Pack and Go. Це креативні сумки для ланчів із собою українського виробництва. Користувач може сам вибрати колір та розмір. Привіт! Рассказывай, до тех пор, пока ты создала вот эти красивенькие разноцветные сумочки, в чем ты носила свои обеды? Так как и все носила в ланчбоксах, заматывала в пакетики, потом пакетик какой-то, какой был с брендами, без брендов. Ну и, в общем-то, в машину, потом на химчистку, потому что если супчик, салатик, что-то разлилось, то есть это был ад, в общем-то. Да. Поэтому, в общем-то, я возникла из этого идея, что нужно что-то придумать стильное, красивое, в чем можно носить с собой еду, и это будет не стыдно. То есть ты считаешь, что ходить с ланчем на работу все же это как дань моде, это как некий такой себе тренд, да? Ну, я скажу, что есть разные целевые аудитории. Mm-hmm. Кто-то как дань моде, кто-то, mm-hmm. вот как я, занимается здоровым питанием, mm-hmm. кто-то дает обеды с собой детям, mm-hmm. кто-то ходит в спортзал, и для него там здоровое питание. Ты уважаешь украинцам, это потребно? Конечно, конечно. Сейчас, в общем-то, по статистике около 65-70% офисных mm-hmm. сотрудников берут с собой обеды на работу. Сумочка позволяет держать температуру до 3 часов. То есть мы не позиционируем себя как холодильники. Да? Мы позиционируем себя как именно сумка, которая позволяет положить свой обед в ланч-боксе, mm-hmm. положить свой ланч-бэк, в общем-то, mm-hmm. вот эта сумочка, и взять с собой. Значит, сумочку можно стирать, в отличие от кулечков, да, которые сразу приходится выбрасывать. И тут уже можно говорить о загрязнении окружающей среды. Mm-hmm. И, в общем-то, ну, много преимуществ, что не нужно засовывать с собой в пакет, в рюкзак, угу. в сумку дамскую или просто бросать, как в моем случае, на сиденье автомобиля. Кто твои клиенты? Это люди, которые также офисные работники? На самом деле клиенты очень большая аудитория. Это офисные сотрудники, угу. это все мамочки с детками, это, в общем-то, все спортсмены, которые следят за своим питанием, это, в общем-то, все люди, которые следят и хотят быть здоровыми и угу. носят еду с собой. Это также корпоративный сегмент, потому что тот же корпоративный бизнес может заказать брендированные ланчбэги и подарить своим сотрудникам, то есть лояльность к своим офисным сотрудникам. Поэтому аудитория очень разнообразная. Это те, кто ездит в путешествия, все, кто ездит в командировки. Я в свое время очень часто ездила в командировки. Для меня это было просто как спасение. Я взяла с собой, потому что я не питаюсь в самолете. Поэтому это очень удобно. Яна, вот у нас есть такой факт, мы знаем о тебе некий момент, что все же ты отказалась от своей работы, дабы пополнить ряды Pack and Go уже в момент, когда сам проект был более-менее популярным, ты к ним присоединилась. Причем ты покинула дуже успешно такую великую компанию, а с чему? Что тебя к этому побудило? В общем-то, не я идеолог проекта моя хорошая подруга Аня. Я присоединилась к проекту, в общем-то, да, как успешный управленец, потому что это то, что нужно было проекту, развитие, шаг дальше, инвестиции некоторые, да, для того, чтобы развиваться дальше. Это был для меня сложный шаг, потому что корпоративная культура, это тоже некие, есть свои плюсы, есть свои минусы. Я была успешным управленцем, запускала бизнес в Британии, в Лондоне жила некоторое время, ездила очень много по миру. Но в какой-то момент я поняла, что вот хочется гибкого графика, угу. хочется самой полагаться на свои результаты, хочется понимать, для чего ты это делаешь. Ну и вообще, когда ты делаешь бизнес самостоятельно, это все по-другому. Mm-hmm. Ты горишь этим больше, чем когда ты сидишь просто в офисе на работе и делаешь какую-то работу. Какие нужны черты характера в человеке для того, чтобы успешно сделать стартап в Украине вообще? Самое главное уметь договариваться с людьми. То есть нужно mm-hmm. видеть во всех как своего партнера. То есть не конкурента, а партнера, с которым ты где-то можно договориться, где-то пойти навстречу, где-то пойти на уступки. А за какую минимальную сумму можно стартовать подобный бизнес? Ну, если говорить о моем проекте, в общем-то мы стартовали
Эта сума исчисляется там приблизительно 10 тысяч долларов. А можно сказать, что это полностью украинский продукт, полностью made in Ukraine? Это спорный вопрос, да, вот мы когда общаемся с клиентами, нам задают этот вопрос. В общем-то, смотрите, то есть мы делаем этот продукт в Украине, мы его отшиваем в Украине, мы позиционируемся как первый украинский производитель ланчбэгов в Украине. Единственное, что ткань мы закупаем в Китае, да, действительно это так, потому что мы смотрели аналоги украинские, мы хотели сделать полностью этот продукт украинским, даже материалы все закупать у нас, но так не получается, потому что в Украине нет хорошей достаточно ткани, которая бы по техническим характеристикам бы закрывала те потребности, которые нам нужны для наших клиентов. Я пропоную просто зараз бути максимально уважним, бо якщо у вас є ідея, то ви можете її втілити. Якраз у колаборації М1 та нашого спонсора. Тож увага, увага, увага! Маєш ідею стартапу, але бракує грошей? Стартуй успіх разом із Нескафе «Три в одному». Реєструйся на ideaxnescafe.com.ua і отримай шанс виграти 100 тисяч гривень від Нескафе «Три в одному» для свого проекту. Тож, проекти запускаємо і наступної години ми обов'язково будемо спілкуватися щодо таких речей, як секрет позитивного настрою від вітчизняних продюсерів, стартаперів. А также, как превратить текст в настоящую музыку и что нужно украинскому бренду для того, чтобы получить мировую известность. Мы об этом с вами говорим, да еще много всего интересного вам откроем. Просто будьте с нами. Час пішов.